Роман Алексея Николаевича Толстого «Аэлита» вышел в 1922 году. Он считается одним из первых романов в жанре фантастики советского времени. Сюжет «Аэлиты» вдохновил авторов выставки «Закат Марса» на создание экспозиции с иллюстрациями к роману, которая открылась сегодня в Самарском университете имени Королева. Приурочили ее к празднованию 60-летия первого полета человека в космос. Мы неспроста решили сделать эту выставку на базе Аэрокосмического университета, поскольку действительно как бы тема космоса, она важна как бы и для Аэрокосмического университета, и для научной фантастики, на которой мы, собственно, и выстроили нашу вот эту юбилейную программу. Как мы знаем, научные фантасты зачастую мечтали, прогнозировали, вот, или даже действительно в каком-то смысле проектировали наше будущее, в том числе связанное с полетами в космос. С открытия выставки «Закат Марса» в этом году также начинается и фестиваль «Фантастик Фест», который организовали сотрудники Литературного музея имени Горького. Еще на протяжении 3 месяцев с момента празднования юбилея первого полета человека за пределы планеты космическая тематика будет сопровождать жителей города. Фестиваль фантастики в Литературном музее займет целых 3 месяца, и мы приготовили огромную параллельную программу, расширенную для разных аудиторий. Это и для детей мастер-классы по субботам и воскресеньям, и для молодежи, и встречи с писателями-фантастами. Первая запланированная встреча в программе «Фантастик Фест» пройдет уже 24 апреля в рамках всероссийской акции «Библионочь». Фестиваль продлится до конца июля. Михаил Ермоленко, Максим Гусев. События.